Мусорная реформа. Как в Березовском районе реализуется нововведение? Комплексная реабилитация. В Игриме за круглым столом обсудили особенности сопровождения и восстановления детей с расстройствами аутистического спектра. Мост через столетия. Что нашли археологи на месте легендарного моста на Ряжах через овраг Кутычный? Об этом и не только смотрите прямо сейчас. Это наши новости в студии Альфия Сингатулина. Здравствуйте! Тема обращения с твердыми коммунальными отходами сегодня является одной из самых обсуждаемых. Последние изменения в этом виде деятельности коснулись абсолютно всех, как предприятий и организаций, так и граждан. О том, что это за нововведение, смотрите в нашем первом сюжете. Законодательные изменения в процесс обращения с твердыми коммунальными отходами коснулись всех регионов России. Ханты-Мансийский округ не стал исключением. Так же, как и везде на его территории, стал работать региональный оператор. В Березове появился его уполномоченный представитель. Югра Экология является единственным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе, в Березовском районе в том числе. Югра Экология заключила договор на обращение с твердыми коммунальными отходами с транспортировщиками МУБ ЖКХ Березово, это Березово, и именно МУБ ЖКХ «Березово» от лица «Югра Экологии» будет осуществлять сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов. «Югра Экология», в свою очередь, будет осуществлять контроль за качеством предоставления услуги. Так как «Югра Экология» является единственным поставщиком услуги, поэтому все договоры на обращение с отходами, как физические, так и юридические лица, обязаны заключать только с региональным оператором. Все прежние договоры с другими организациями должны быть расторгнуты. Это и стало темой диалога предпринимателей, руководителей предприятий и организаций районного центра с руководством акционерного общества, который прошел в форме видеоконференции. Там же было подчеркнуто, что если оператор несет ответственность за транспортировку отходов от контейнера площадки до полигона, то за установку непосредственно контейнерных площадок отвечают муниципальные власти. На территории городского поселения Березово будет размещено 45 контейнерных площадок. Это будет площадка с твердым покрытием, имеющая основание, огороженное с контейнерами. Кроме того, хотел бы добавить, что на территории еще будут площадки построены городского поселения Игрим, тоже 45, и сельского поселения и села Сарен-Пауль, 16 контейнерных площадок. В этом году будет сделаны 106 контейнерных площадок, запланированные на окружные средства. Они будут закончены примерно, в Березово это точно, в конце октября месяца. И в Сарен-Пауле и Гриме тоже так же планируем в эти сроки, может, с небольшими изменениями по времени. Необходимые для строительства материалы уже завезены. Ожидаются поставки новых контейнеров. Пока что сборы, транспортировка мусора осуществляется в прежнем режиме. Мусоровозы ходят по расписанию. Кстати, если раньше для самостоятельной транспортировки отходов до полигона граждане были вынуждены покупать талоны, то теперь это можно сделать совершенно бесплатно. В перспективе оператор планирует осуществлять раздельный сбор мусора, как и предписывает законодательство. Такая практика уже применяется в Березове на территории предприятия «Березово-нефтепродукт», где твердые коммунальные отходы сортируются для дальнейшей переработки. Валерий Белый, Роман Тягунов, авторское телевидение «Березово». Сегодня в здании администрации состоялось награждение участников муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда». Напомню, что один из этапов конкурса состоялся в Березово в июне. Вообще конкурс проходил очно-заочно. Первый этап проходил заочно для всех конкурсантов. Они выполняли тестовые задания, по результатам которых оценивалась работа за два предыдущих года. Второй этап – это проверка теоретических знаний. По результатам муниципального этапа окружного конкурса первое место занял Владимир Румы из поселка Светлый, второе место – Юрий Сачков и третье место – Андрей Алдаев из поселка Березово. Всего на конкурс было подано 5 заявок из Березово, Сарен-Пауля и Светлого. Участвую в конкурсе на лучшего специалиста по охране труда в первый раз.
Ну вот сразу занял призовое место третье. Ну, конкурс проходил как бы в несколько этапов. Первый этап это был, значит, подготовка, презентация своей работы за 2 года. Это у нас получается за 17-18 год. Затем были тестовые задания по знаниям по охране труда и практические тренировки. Там мы отрабатывали доврачебную помощь, ну и различные задачи. Сегодня прошла процедура награждения, и 10 октября 2019 года в городе Сургуте Рума Владимир будет представлять наш Березовский район на окружном этапе конкурса «Лучший специалист по охране труда». В Игримском филиале Березовского районного комплексного центра социального обслуживания населения состоялся круглый стол. Посвящен он был обсуждению концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. В рамках этой концепции, которая рассчитана до 2020 года, работают все образовательные, социальные и медицинские учреждения на территории округа. В Игримском филиале Березовского районного комплексного центра социального обслуживания населения состоялся круглый стол. Посвящен он был обсуждению концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. В рамках этой концепции, которая рассчитана до 2020 года, работают все образовательные, социальные и медицинские учреждения на территории округа. В беседе приняли участие представители общеобразовательных школ и Игримской районной больницы, а также работники сферы культуры и спорта. Говорили прежде всего об индивидуальных планах комплексной реабилитации детей. Среди приглашенных были представители родительской общественности. Главный вопрос – это согласие родителей на обработку и передачу персональных данных ребенка. В настоящее время в каждом учреждении хранится информация о детях. Это медицинские данные, анализ развития личности, рекомендации по работе с конкретным ребенком и другие данные. Для того, чтобы организовать полноценную реабилитацию и качественно построить работу, необходимо владеть этой информацией. Вышел новый нормативный документ, это типовая форма индивидуального маршрута сопровождения этих детей. Расширился спектр услуг, и самое главное, нам необходимо, чтобы мы взаимодействовали между собой, наша группа межведомственная, согласие родителей на обработку персональных данных и передачу этих персональных данных, чтобы мы могли обсуждать достигнутые результаты и чтобы была своеобразная преемственность между достигнутыми результатами передачи и сопровождением ребенка в другие учреждения. Преемственность – ключевое слово, когда мы говорим о работе с ребенком. Реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями ведется в школах. Также они регулярно посещают Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения и больницу. А для того, чтобы дети адаптировались в обществе, заинтересовались здоровым образом жизни и стали более эрудированными, для них проводят мероприятия культурные и спортивные учреждения. Спикеры круглого стола рассказали об особенностях работы с детьми в своих сферах. Ваша задача должна быть какая? Прийти, записать ребенка в библиотеку, ну а там мы уже будем с вами работать, потому что у нас для детей каждую субботу проходят мероприятия. Если ребенок готов участвовать в наших мероприятиях, то мы его примем. Если он не готов общаться с другими детьми, то мы можем предложить ему там сухой бассейн у нас есть, поиграть у нас есть возможность. Вам с этим ребенком немножечко понаходиться в другой атмосфере, в другом, как бы даже в другом мире. Ну а если вы будете брать книги вечером ему читать, это тоже будет другая история уже. Мы согласуем абсолютно все образовательные маршруты, которые составляются индивидуально для каждого ребенка. То есть каждый ребенок обучается по индивидуальному учебному плану. Мы стараемся включить этого ребенка сразу, кроме занятий учебных, еще и во внеурочную деятельность. То есть отследить, где проявляет интересы, в какой области ребенок, для того, чтобы он развивался полноценно, не только достигал какие-то образовательные результаты, но и развивал свои творческие способности.
Преимущество индивидуального плана комплексной реабилитации – это тесное сотрудничество всех учреждений и своевременное получение информации друг от друга. Здесь ребенок непрерывно находится под наблюдением у всех участников комплексного сопровождения. И какие-то моменты, которые, допустим, возможно, облегчают просто сопровождение тем, что информация поступает своевременно, медицинского характера. То есть для нас это важно, чтобы ребенок, который, допустим, нуждается в какой-то медицинской реабилитации, он вовремя попал к нам из детского учреждения, детско-дошкольного, либо от психолога, либо от логопеда. И мы, в свою очередь, чтобы своевременно ребенка такого диагностику проводили, реабилитацию, лечение, чтобы получить эффект. В процессе обсуждений пришли к выводу, что согласие родителей на обработку и передачу персональных данных ребенка будет заключаться в одном учреждении – Березовском районном комплексном центре социального обслуживания населения. Далее информация будет передаваться остальным участникам межведомственной группы. В разработке индивидуальных планов реабилитации участвуют все структуры. К слову, в этом направлении достигнуты хорошие результаты, а также есть над чем работать. Вероника Камелькова, Дмитрий Неттин, АТВ «Березово» и «Грим». В Березово завершены раскопки на месте, где находился мост на Ряжах. Археологи обнаружили сотни предметов, датированных прошлыми веками. Часть из них была предоставлена в исторической экспозиции «Мост через столетия», которую мог увидеть любой житель и гость районного центра. На выставке побывал и наш корреспондент. В течение 3 дней в Березовском музее была открыта экспозиция, где были представлены находки с раскопок на месте моста через Орлак Култычный. За это время ее посетили сотни березян. Об истории моста и всем, что с ним связано, рассказывали специалисты Юганской археологической экспедиции. Значение такой выставки переоценить невозможно, а интерес к ней превзошел все ожидания. Оценить ее просто невозможно, потому что рассказывает историю 18-19 века. Мы рассказываем о том, что напечатано, прочитали археологи, нам рассказали на тех предметах музейного значения, которые были найдены именно под мостом на Ряжах. Сама идея экспозиции, а называлась она «Мост через столетия», состоит в том, чтобы показать связь времен от 17 века до века 21. И это актуально прежде всего для подрастающего поколения. Именно школьники составили большую часть аудитории при проведении экскурсии. Действительно много всяких интересных находок представили, которых раньше я нигде не видел. То есть музеи в этом бываем довольно-таки часто, здесь мало что меняется, а вот подобные выставки очень вносят разнообразие. Довольно-таки интересно. Все находки, сделанные при раскопках, будут систематизированы, отреставрированы, а затем переданы на хранение в Музей природы и человека Ханты-Мансийска. Но это не означает, что березяне их больше не увидят. Планируется, что в будущем артефакты будут выставляться в Березовском краеведческом музее во временных экспозициях. И это позволит познакомиться с ними большему количеству людей. Именно это и является конечной целью археологии как науки. Мы сохраняем связь времен, мы пытаемся понять, что было до нас, чтобы двигаться дальше. Если мы не будем знать наших корней, мы так ничему и не научим, и так и ничего не осознаем. Если мы знаем, чем пользовались наши предки, как именно они жили, в каких условиях, мы начинаем лучше понимать самих себя, что же нам нужно на самом деле. И археология – это такая вещь, которая позволяет эпохам соприкоснуться. Все находки, сделанные во время раскопок, представляют историческую ценность сами по себе. Не менее интересен и сам процесс археологических изысканий. Об этом и будет подробно рассказано в документальном фильме, который телезрители увидят уже в октябре. Валерий Белый, Роман Тягунов, авторское телевидение «Березово». В Игримской поселковой библиотеке состоялось необычное событие – капустные посиделки. Несложно догадаться, что главной героиней вечера стала царица овощей – капуста в самых разных ее формах, сортах и видах. Подробности в материале Вероники Камельковой. В Игримской поселковой библиотеке состоялось необычное событие – капустные посиделки. Несложно догадаться, что главной героиней вечера стала царица овощей – капуста в самых разных формах, сортах и видах.
Антураж старой доброй Руси. Самовары, цветы, ягоды рябины и богатый стол. Красные девицы в кокошниках. Именно это могли увидеть гости. Современные термопоты и чайные пакетики по соседству лишь напоминали, что мы живем в 21 веке. Однако атмосферу не нарушили. Событие было приурочено к наступающему дню пожилого человека. Решили провести капустные посиделки, потому что наш поселок славится любителями цветоводов, любят огороды. Поэтому и созрело такое мероприятие – провести капустник в честь всеми великого овоща капуста. К тому же сейчас как раз осеннее время, все убирают свои заготовки. Ну и мы его немного еще приурочили ко дню пожилого человека, который будет 1 октября. Потому что в основном бабушки любят у нас заниматься всякими этими огородными делами, да, ухаживать за своими растениями, а потом своим внукам пекут различные пироги, в том числе и с капустой. В программе не только чаепитие с капустными пирогами и оладьями, но и викторины, загадки, конкурсы. Главной остается огородно-овощная и капустная тематика. Гости вместе вспомнили необычные блюда с капустой, пословицы и поговорки про царицу овощей. А кто-то даже посоревновался за звание хозяюшки. Нужно было лишь быстро, аккуратно и тонко нарезать капусту для салата. Помимо конкурсной программы, зарядились настроением русских посиделок. Частушки и сплетни, разговоры о рецептах и горячий чай. К слову, каждый гость унес с собой памятки с интересными рецептами, а за участие в играх получали настоящие семена. Каждый мог принести на посиделки любимое блюдо. Коронным украшением стола стали необычные оладьи из пекинской капусты, ведь она известна больше всего как сорт для салатов. Делала тоже их первый раз, конечно. Не знаю, вроде как бы получились. Рецепт там простой. Капуста пекинская, мелко. Потом морковка туда добавляется. В общем, это посолить. Укроп, петрушка. Ну и все. Как бы все это перемешивать. Мука добавляется немного. Все это перемешивать, водички чуть-чуть, или можно молочка, а я даже молока налила маленько. Все перемешивать, потом жарить, и все. Старалась бы, и соды маленько добавлять. Тамара Сигова приехала в гости в Игрим из Перми и уже успела побывать на нескольких мероприятиях. Ну, здесь у вас красота вообще. Я уже и там, ну, в этом, чум этот открывали, ходила там. Красота такая была тоже вообще. Очень хорошо вас как-то активно все что-то устраивают, какие-то мероприятия. Очень хорошо понравилось. Довольная. Работники библиотеки всегда рады видеть игримчан и призывают их к активности. Организаторы не устают экспериментировать с форматами мероприятий. А в ближайшее время уже начнутся репетиции и подготовка к «Библионочи», которая состоится в апреле. В планах есть много задумок. Я думаю, что в ближайшем будущем вы их узнаете. Единственное, хотелось бы, чтобы, конечно, люди были у нас поактивнее и посещали мероприятия, потому что мы для них стараемся. Вот. На этом мероприятии конкретно хотелось передать атмосферу русской, вот этой вот русского быта, русских посиделок, как раз-таки рассказать, что люди не только заготовки делали, но при этом и еще сами себя развлекали, то есть песни пели, плясали, играли в какие-то замечательные игры. Надеюсь, что наши гости сегодня пополнили свою копилку дополнительными знаниями. Вероника Камелькова, Дмитрий Неттин, АТВ «Березово», Игрим. Не так давно Саран-Пауле отметил свое 177-летие. За годы своего существования в поселке многое что изменилось. Саран-Пауль стал больше. Сейчас готовят к сдаче в эксплуатацию один из корпусов детского сада «Олененок». Строится новый парк Победы. Однако на фоне перемен остается что-то постоянное. Это люди. Люди, которые родились в Саран-Пауле, воспитали детей, внуков и продолжают жить в родном поселке. О интересной судьбе и настоящей жизни смотрите в материале Ирины Будниковой. 23 сентября сотрудники Саранпаульского краеведческого музея провели вечер-портрет.
который посвятили Александре Федоровне Исмановой к ее 75-летию. Вся жизнь Александры связана с Саранпаульским оленеводческим совхозом, где работали ее родители, где она сама жила и воспитывалась до школы. После окончания Салехардского зооветеринарного училища она вернулась специалистом и проработала 5 лет ветеринаром в стадах, отвечая сначала за одну бригаду, а затем и за три. Уже в Саранпауле была на должности зоотехника и бухгалтера, после чего стала председателем профсоюза и 17 лет защищала интересы трудового человека. Только обладая такими качествами, как человеколюбие, доброта и чуткость, можно посвятить всю себя заботе о людях, работающих в такой непростой сфере, как оленеводство. Про Александру очень часто писали в газетах. Наверное, это был подарок для корреспондентов. Красивая, умная, трудолюбивая и спортивная. Спорт всегда является неотъемлемой частью ее жизни. С Александрой Федоровной всегда очень интересно общаться. Она великолепный просто рассказчик. И вот она рассказывала про семью. Мы росли большой дружной семьей, 12 человек. Все ухаживали друг за другом, старшие за младшими. Мальчишки всегда папе помогали. Не помню, чтобы у нас кто-то долго болел и лежал. Видимо, гены сильные, природа сильная. Человек, если двигается, то он живой. Так в природе заведено. И поэтому с детства Александра Федоровна, она занималась спортом. А Александра Федоровна имеет первый разряд по лыжам. Ребята, вы сами понимаете, что такое разряды? Первый разряд. Александра – творческий человек. Много лет вела особые тетради, в которые записывала пословицы, поговорки, загадки, частушки. И сейчас продолжает читать и смотреть передачи. Она любит творчество Марины Цветаевой и Владимира Высоцкого, слушает бардовские песни. Человек, который вырос на природе, неразрывно связан с ней всю жизнь. Александра с подругой Натальей Ивановной Вакуевой дружит уже более 50 лет. И сейчас, ведя активный образ жизни, изучили все тропы около Саранпауля, собирая грибы и ягоды. Бегаем на природу, грибы, ягоды берем. Мы еще и как пожарники потушили 2 пожара. Да, ничего себе. Во время вечера сотрудниками Саранпаульского краеведческого музея и ребятами из исторического клуба были сделаны интересные рассказы о маме Александры, Кустышевой Клавдии Семеновне, о развитии Саранпаульского совхоза, о Сосвинской культбазе, о истории оленеводческих олимпиад Саранпауля. Ларисой Николаевой, Светланой Беляевой и Игорем Вакуевым исполнены трогательные песни, так порадовавшие именинницу и собравшихся гостей. Было много цветов и прекрасных поздравлений от родных и близких, и даже от тех, кто находится за много километров отсюда. У Александры и ее мужа Сергея 3 детей, и сейчас она помогает в воспитании 4 внуков. Самое главное с детства, как воспитали ребенка. Я выросла в большой дружной семье, и вот это с детства, наверное, это воспитали во мне, что надо быть добрым, надо быть внимательным. Надо любить людей, надо любить семью, надо любить родителей и младших сестер, братьев. Ну, я как получается 6-я в семье из 12, это серединка, старшие братья. Меня и сестра очень любили, и вот эта любовь старших передавалась младшим. Ну и в семье тоже. Должна быть и какая-то основа, наверное, от родителей. И поэтому я очень люблю свою семью, своих внуков, детей, когда они особенно вдали. Ну, в общем, так. Любите жизнь, любите природу, любите отдыхать, любите и работать, труд. Только имея доброе, отзывчивое сердце, теплоту и красоту души, можно прожить такую яркую и многогранную жизнь, как у Александры. Ирина Будникова, авторское телевидение «Березово», Саранпауль. Все новостные выпуски вы можете посмотреть в наших официальных группах «Березово.инфо» в социальных сетях. Это вся информация на сегодня. В студии работала Альфия Сингатулина. До встречи!